Спасибо. Вот у меня позвонила Паше с нашей группы. Ты его знаешь? Он сейчас приедет, поможет мне с ребенком, раз ты не можешь. Да иди ты, блядь, отсюда нахуй! Я сейчас сижу в шортах Барби, и мне пох. Ну, здравствуй, здравствуй, легенда. Долбоёб. Здравствуйте. Все. Здравствуйте, ребят. Короче, анекдот. Да. Во время акции в сексопе всем желающим раздали пизды. О, вот Денис. Денис понял. Сука, порвался. Бан. Бан, нахуй. Два грузина разговаривают, один другого спрашивает: Кацо, почему у Гоги такие пышные волосы? Да он голову яйцами мыл. Чат, попробуйте отправить пробел и энтер. Пробел и энтер. Сработает прикольная штука в браузере. О, стоять. Сука, стой. Специально, понял? Аллаху Акбар. Специально, чтоб я его не хлопал. Дон. Денис пенис сухочерт как-то съездил космопорт. Пока пиццу он выбирал, а Роскер краль наклюдовал. Дед, я считаю, что это была не та с проблемой с Тейлором. Межпланетным был дедок пару дней тому назад. Две планеты не видать, устал он кралю содержать. Он лошарый криворучка, накупил себе игрушек, все донаты своровал и добрых зяблов обижал. И посуду не помыл. Послащей нас собирала, выступать в подвалах самых. Надоело у Дэна бабок, накупил себе прокладок. Вспомни. Прикупил себе игрушку полосатый абрикос. Зоопарк уже не хата, денег надо, играй бивада. Рассекает он по Самаре на баварском унитазе. Обоссали его всем чатом, улетел на жопном газе. Стримы как-то не ахти, бок самарской ассорти. Снова цокнулся дедок, он попал под каблучок. Пожилой тунец запущен межпупковых двух планет. День за блами так попущен, обосрался он в 30 лет. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Зомбу моди он так потеет, выжимай кроли на майку. Но зеблы его сильнее, полетела кружка в стенку. Ебать, перепанул, чел, ты чё, рэпер? Яйца детку прижала ступцы на злая тетка по имени Ралина. Где мои бабки, Денис, ты скотина? Лучше развелась, ушла бы к армянину. Мальчик охляцкий по имени Дениска тер микрофон своей пиписькой. Вот он контент, которого ждали, но, к сожалению, от него все устали. Токи его МММ-пирамида. Донати скорее на лечение простатита. На вершине бутылки пиво сидел. Образ дедка все больше слабел. Ау-ау.
кто-то стучится в гараже ко мне. Дайте наконец-то побыть в тишине. Рокер под лач заглянула поток. Наляпал сметанки, он крали в роток. Ау-ау-ау. Открей опять накидали в донат. Крали лыканит его вялый батат. Третий день он не может уснуть. Шкила опять ему дала соснуть. Ау-ау-ау-ау. Образ терпивый устоялся за ним. Шкила наглула безо всяких причин. Хватает. Нормально, продолжай. Не продолжай, убейся. Ты долбоёб. Убери эту хуйню. Разъебали деда жопу, разъярённые зеблы, потому что на донаты дедулёчку до пизды. Задонатил как-то деду, чтоб кентавр починил. Вместо этого ролинки на ламоду все спустил. Отправлял донат еноту, думал тот орешки съест. А в корзине на ламоде нет уже свободных мест. Ну, добро, нет, добро, шо? Да, добро, добро, да. Ну, что стоит? Лакос, скала. Скала, да. Следующие... Да. Следующие 3 года будет ползать по скале. Будем мы смотреть и хекать, как он будет на нуле. Будет падать, еле ползать, плакать, злиться и кряхтеть. А мы будем просто хекать, ликовать и хорошить. Это все? Ну, типа, это про киберспорт? Ну, для начала, в принципе, да. А, ну и что мне с тобой делать после этих слов? Забанить? Друг, сзади твой друг, дед, спасибо. Вот, спасибо, вот я как бы... Адекватный, милиция пришел. Тихо, чертовой матери его! Милиция, на выход, быстро! Милиция, все. На выход! Сейчас кикер начнет лететь, кика его нахрен. Вы, блядь, трэш-стример, трэш-стример. Это полицейский. Смотри, сейчас в угол пойдет стоять, яйца бить насчет кикиву. Это кто? Это наш СХС, у него день рождения. Это полиция, это мусор. Вот, смотри, на кикер стекает уже. Ебаный Денис, блядь. Чтоб ты гулял, ой-ой-ой-ой-ой. За город, чтоб ты гулял по парку. О, конфликт, осуждаю, блядь. Постарались сейчас с головы до ног, блядь. Чтоб ты шел до дома, нахуй, весь обосранный, блядь. Я Это, короче, продюсер Васильев пришел. За что оскорбление? Вот до хуя Симок докатился. Оскорбление за что? Оскорбляет, сука. Дед, извинись перед Симоком, а что ты? Это Скибиду Рутин, пожалуйста. Куда Коля внесу? Пожалуйста, слушаю. Шике Тео, Шике Тео, Сону Шурум, Мухио. Буку на кани канани, Даге Гараин, но Хоуре Рета, Хуре. Это бана, дед тебе бан. Пылу с жару анекдот. Да-да, с пылу с жару, понял. Такой коротенький. Да. Ну ты там руки убери просто со стола и все. Сейчас, а быстро будет и не заметишь. Ага. Давай. С пылу с жару. Посмотри. Смотрите, у невезучих бутерброд падает маслом вниз всегда. Маслория, Максим. А у везучих дед всегда падает вниз. А дед зачем упал? Чего? До скалы. Это анекдот или просто метафора? Ну это будущее. Давай. Мотоблок мы раздолбаем, Мерседес твой разорвем. Янчика посадим на кол и плясать опять пойдем. Будем петь и веселиться, все толпу увлековать. О, Кальмин. И в стримбус нагадим снова, чтоб можно было не смывать. Радиомашинку в жопу мы собаке запихнем. И твоей рыбацкой лодкой печку мы топить пойдем. Будем петь и веселиться, все толпу увлековать. И как ни в чем не бывало, мы пойдем опять плясать. Дальше. Класс, во. Плясать, сосать, дальше. Перепутал. Ну это концовка, все. Пойдем сосать тебя, хотел сказать, да, в конце. А подожди, там диалог, послушай, интересно. Там диалог идет. Тихо. Кстати, на пену похож. Ну я хочу только с полохами, да. Дупляет, не понимает. Зеля, алло.
В одной семье самарской дружной живут проблемы, позабыв Дениска зять, Алина внучка и пару правнуков ребят. Под руководством супердеда, который строит все на лад, живущий вот 54 года, под именем Валакасглад. Живут всемирно, очень дружно, зятёк Дениска под столом сидит и смотрит, как его любимый тесть разводит заблов на донат, чтоб всем вкусненько поесть. Алина внучка песни пишет команде четырех ребят. Вот только не попал туда Дениска, любимый славный деду взять. Ну ничего, ведь все мы знаем, Дениса любит все и так. Алина, Ксюша, дед, Баданчик, енотик, дедов и желвак. А правнук всем известный богом данный, порой приходит к деду на стримы и помогает деду славно косить донаты с мамонтов страны, которые поделят наши знакомые всем друганы. Алине купят сумку, туфли, очки крутые и духи. Бардану чипсы с кока-колой и дорогие рюкзаки. Для Ксюши купят памперсы с запасом. Денис и пиццы с фантой завезут. Но только это час донатов, которых на стримах ребут. Купил игрушек для детей, которые не даст Бардану. Он сам сломает побыстрее. Закупит сотню мотоблоков, которых мало все ему. И будет он ломать их бодро, буквально в день по одному. Затем велосипедов 10 поставят в ряд он в гараже, которые потом пылиться будут, как говорится, ни тебе, ни мне. Забыл про сбор на вертолеты и кентавр. За день меняет 10 раз шкалу, которой новая хотелка бьет зяблику по кошельку. Примерно так живет семья в Самаре. Может, что-то я забыл. Может, не упомянул нарочно. Из уважения ко всем причастным к ним. Спасибо, брат, лично. Пожалуйста. Красиво, красиво. Готовы, ребят? Зяблился. Готовы. Вова, следи, следи за подарком. Пробел в чате, давай, давай, готовы. Рассказывай давай. Совбез ООН, Барак Обама говорит, у него три кнопки, желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал, Европы нет. Желтую, Китая. Красную, России нет. А Меркель говорит, вот у моей бабушки было три унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она объелась прямо в коридоре. Я Вовка Фогер, блядь. Помогите. Под залупой творог собрался, ребята. Медуза распустилась совсем. Надо ее подровнять из-под залупы творог собрать. Раньше ты мыла мою залупу сама. Целая. Собрала их в руку. Рука уже вот здесь. Я ухожу между нами. Боль разлука. На! Нихуя у тебя тут, малышка. Старый хуй дракона месяц в ебаной игре сражал, а потом посудомойкой он ролинку восхищал. Собрались красотки с чата на вопросы отвечать. Затесалась между ними солевая пизда, блядь. Друг Сережа у дедули, каждый стрим подмоги ждет. Скоро-скоро мы дождемся, из роддома наберет. Плюс Ксюша, кстати. Разорвали жопу зяблы в зомби-деду в сотый раз. Оказалось, лаги-баги, бадуаша, пидрас. Вопрос насущный. Когда будет куплен ноутбук Денису? Да, действительно, когда? Никогда. Хоть бы на праздник покупил. 8 марта уже закончено, поэтому на следующий 8 марта. Ну, короче, ждем на следующее, 8 марта, ноутбук для Дениса. А телефон сколько был или нет? Я хочу блоги писать. Валера, ты так и не ответил на вопрос. А ты так и не ответил на вопрос. Вот он блог, да, я хочу его блог. А где блог почитать? У тебя, Пена. Вопрос есть. Все по одному, давайте. Заходите ко мне, блог, Пена, блог, ту ЖЖшечку.
Тихо. Помнишь, ты рассказывал видос оскорбительный со всеми твоими прическами? Типа выставлял, мол, ты лысый. Ведь помнишь такое, ты смотрел? Да, было такое. А. Вот можешь взять и поставить точку в этом вопросе и показать настоящую голову, полную красивейших шелковистых волос. А я показываю. А вот честно скажу, я вот когда смотрел... Он же вырезает и выставляет, как будто ты лысый. Он же выставляет, это неправильно. Надо показать, все правильно было видно. Я могу прямо сейчас сфоткать голову. Месяц назад где-то. А, уже месяц назад, ну? Месяц назад барбер обрабатывал. Прическа, над которой работал барбер-шоп, где-то один месяц и где-то, ну, плюс-минус неделя. Вот. Укладка была, барберы работали за 3500. Ну, не на славу поработали. Ребята, не смейтесь, пожалуйста. Тихо-тихо, держите себя в руках, не смейтесь, пожалуйста. А то смеяться не придется. Тут смеяться не придется. Тут все идеально. Серьезно. Тут все идеально у чела. Барберы. Давай, давай, мы готовы. Лицезреть идеал. Я тебе так скажу. Барбершоп, барберы зарабатывают свой хлеб не просто так. Вы сейчас микробарберс. Это увидите. Микробарберс. Пожалуйста. О, ну, только смотри, чтобы там уже света не было. Это кто? О, боже. Хорошо получилось. Это реально? Серьезно. Здорово. Ух, вау, вау. Чуваки. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Плюс в чат, если красиво. Да. Длинные, что ли? Алла этого, Аполлона. Человек уже сколько часов стримит. Уже сколько часов стримит. И у него такая красивая прическа на голове. Ни одного седого волоса. Это, представь себе, 54 года человека, а волосы 31-летнего. Представляете, ни хрена. Да, сохранился как. Офигенно. Барберы. Как ты так укладываешь? Это сам феном, а потом утюжком Дайсон. Строил дедушка ракету, силы нервов не щадя. 3 часа прошли напрасно, улетели в ебеня. В Counter-Strike играл дедуля, калибровку проходил. Несмотря на все потуги, Сильвер первый получил. Захожу на стрим к дедуле, ждать спидран уж не втерпешь. Оказалось, вместо игр губен Эминем пердеж. Слушаем рассказы деда, сколько тёлок трахнуть смог. Каролина отправляет каждый месяц на мазок. Ой. Осудительно. Столбай. Слушай, ну у меня сегодня приз зрительских симпатий должен быть, жесть. Ну, думаю, да. Я готов тебе дать подарок сегодня. Бородинский хлеб говорит о чем-нибудь. Я готов тебя забанить. Классный, классный. Бан в виде подарка. Я так и знал. Я вчера включил поток, там был зомби в пук. Сухостой и бутуа, как всегда, сосуд. Утречал, брал. Вот. Да не утречает. Ну, давай свое. Есть еще одно. Вышел пьяный на крыльцо поливать малину. Вышел пьяный на крыльцо поливать малину. А большой злобный рокер в рот ебет ролину. Чел перданул и никак. И сразу улетела пан. Они отсюда обошли. Ну что, поточек скоро. Ну вот, сейчас компьютер включу, в туалет схожу. А вот, соскучился по зябликам. Причина повторов. Вот, скоро все, ребят, поточек. Подождите, это реально? Причина повторов. Это приехала внучка. Причина агрессии со стороны Сереги. Да это кто-то был, я не знаю, просто в магазине в тот момент был как раз. И записывал голосовой, кто-то подбежал, хуйню какую-то крикнул, да и все, ничего особенного.